seconds remaining. Собственно, добрый день. Ой, добрый вечер всем, кто сейчас подключается к нам на стрим. Вот. На стриме комментатор Микелиард. Давно я не стримил вообще, на самом деле. Все из-за идиотской работы. Вот. Но, наконец-то, выдались мне часы выходного дня, и теперь я залетаю сюда на Asia Cup номер 10. На матч Маус Next KZ, Next League, как они теперь, да? Radiant Team Ben. И, кстати, если что, я тоже родился в Казахстане. Ну ладно, не суть об этом. Timber Soul и Visage был забанят от Nextov. Вот Мауза банят пока что только Деваура. И думают, кого бы еще забанить. Ну, такие стандартные баны сейчас происходят. Ничто, ничего особенного нету. Угна. Вот так. Дошло, наконец-то, дело до нестандартных банов. Угна. У нас выходит. Radiant Team Pick. Алхимик залетает от Nextov, и быстрый пик от Музов, Crystal Maiden и Bristol Back. Вот это интересно. Эти два героя стали просто нереально популярны в последнее время. Что CM-ка, что Брист. Вот, и... как бы команды умеют их использовать, и довольно это хорошо у всех получается. Насчет лагов, друзья, как бы вообще оптимально, говорю, выбрано. Канал пропускной, все дела. Вот. Поэтому лагает, ну не знаю, лагает может быть Twitch, либо же на вашей стороне. Dire Team Ben. Аппараты в итоге еще пикают себе Team League, и такое пик сейчас смахивает на Pick International, что-то на этом уровне. Два хороших героя, вот. А аппарата после последнего патча еще и вообще самая радость пикать и не думать ни о чем вообще абсолютно. Ожидают Nexty, задумались над банами, не знают, кого им забанить, бывает. Бывает такая ситуация, когда сидишь на CM и думаешь, кого же забанить? Но ты никого вообще не придумаешь забанить, в итоге у тебя там черный квадратик. Но они придумывают, это Абадон. Очередь Музов. Что они на это скажут? Кого им не хочется видеть в этой игре? Опять же, может быть какой-то прокаст, может быть... да, скорее всего, какой-нибудь прокаст... они бы не хотели видеть, потому что, ну, во-первых, кристалка своим ультом выдает очень многое, но, к сожалению, еще очень сильно получает по лицу своему. Лич, баня от Nextov и Профет от Маузов. Профет вообще, как бы, герой такой опасный, как и Лондруид, но... Лондруида в основном никто не банит, потому что смысла нет, за него все равно никто не играет, кроме Адмирал Бульдога, да и не умеет играть. А если не умеет за этого героя играть, смысла его пикать нет. Все, ожидаем последний бан и приступает потом уже ко второй стадии пиков. Нормально. ВП выигрывает Тустар со счетом 14-1. Круто. Кстати, да, насчет игр, да, которые сейчас параллельно идут на Asia Cup, это SS против HOG, RockSkiz против TSN, Empire против K5, Poseidone против Play 5, Play 5, Tempo против JK, вот как раз Маус Next и ВП Стар, соответственно, закончились. И ПР против Хихе.
знакомые, да, всем команды будут впереди. Вот, поэтому это будет на самом деле интересно. Это только первый раунд, еще впереди три игры, кроме этой. Вот, это как бы четвертая еще игра, точнее, первая из четырех. И Рубик от Маузов. Воровать тот же ульт аппарата. Алхимика. Колбу. Нормально, вполне, вполне себе адекватный пик. Reserve и NXT задумались. Задумались, кого же им взять на этот раз. Тем более, это матч такой. Реванш и Элдор Титан. Интересно, на хэдлайн или же в мид он пойдет все-таки. Хотя, с другой стороны, его немного порезали. После последнего патча казалось бы, что его никто пикать не будет, но нет, не тут-то было. Все-таки минус 100% брони это очень мощно. Тем более против Бристол Бека на самом-то деле. Вот она, кстати, хорошая контра. Муза, наверное, теперь почувствует лоб, что делать. Reserve time. Я уже и, оказывается, школьник. Нормально. С кем не бывает. Ребят, потерь кадров, опять же, у меня до сих пор нету. 30 FPS на стриме, все хорошо. Вот. Надеюсь, там будет все прекрасно. Понимаю вот эти негодования. То, что нету у меня пока что партнерки. Не могу я сделать выбор. Source там, не source. Хайт, не хайт. Medium, не medium. Вот, поэтому придется смотреть 720p, ну, я делаю 720p просто стандартно. Вполне устраивает. Что ж, 20 секунд остается у Маузов. Что они тут придумают, что они тут хотят запикнуть, наверное, обсуждение там дикие, лихие. И это Кликс. Ну, я только сегодня видел матч ДК против VC Gaming, и там Клинкс хорошо так заехал. Заедет ли он в этой игре? Опа. Что? Все-таки Elder Titan у нас пойдет, значит, Hardline. Интересно, интересно. Ten seconds remaining. Так. Ожидаем баны. Что-то совсем задумывается Молза. Не знает, кого им забанить. Действительно опасно. Надо что-то контру какой-то. Это Герокоптер. Вероятно, думали, что либо его в керри, либо его в саппорты могут таки взять NXT. Но теперь уже нет. Квапа на... Radiant Team. Ответ на мидера. Ну да, Маузам осталось только пикнуть сейчас мид. Этот мид пойдет против Шторма, и это будет пак. Довольно-таки понятно, что это был бы пак. Да, и кстати, в Доте 2, что ли, включить себе пока что. Вот так вот. Не знаю, будет ли меня слышно или нет в Доте 2, но, по крайней мере, я себя включу, если что. Вот. Соответственно, эту игру можете смотреть через Dota 2, да, TV. Не знаю, как вы ее найдете, но можете попробовать. Соответственно, можете меня найти, у меня никнейм везде. Такой Микелиард, вот. Соответственно, можете как через меня, можете через игроков команды NextKZ, можете через Маузов. Мирана! И Мантис садится сразу же на нее, ватафака. Будет на Шторме, Amazing на аппарате, Рифс на Алхимике. И Элдер Титан. Главный тут вышибала всяких саппортов и тому подобных. Так, дошел. Значит, у Маузов. Рис на ЦМке, Эйс на Бристе, Крит на Рубике, Экзист на Паке, Юникорн хо-хо. Ну, Юникорн будет у нас на... Что-то я промахнулся. На ком-то был? На Клинксе, что ли?
Да, на Клинксе Юникорн. Prepare for battle. Ну и на Элдере Экол будет зарубать. Так, Смок сразу покупается здесь на Алхимике. Это будет интересно, будет ли куда-то ганг. Или же это будет все-таки трипла на триплу. Быстрый такой выход. Здесь у нас что? Крит, экзист. Эйс. Да, стандартно все-таки расходятся по лайнам друзья. Что одни нексты, что другие муза. И не будет какого-то экшена в самом начале. Если, конечно, тут по случайности не отдастся эйс, который решил прорубить тут деревья себе немного. Дабы видеть всю движуху, если что. 30 seconds to battle. Так, в пятером сюда приходят нексты, надеясь кого-то зацепить, но нет. Все внизу. Эйс где-то здесь бегает, расставляет варды на руну, и теперь, да, хардлайн он себе облегчил сейчас немножечко. Теперь некстам придется как-нибудь активнее там играть. Ну, было тяжко. Да, крит, набрасывает здесь Мантису. И несколько минут надо Эйсу будет аккуратно играть. Здесь он... Смотрим, блочит крипов. А здесь что у нас? Ну, здесь у нас пока что ничего нет. И пауза. Amazing вылетает. Ой, дежавю. Так, кстати, какой-то. Какую я букву поставил? Классно, мне консоль не нажимается. Тут муза прям размигали здесь. Ищут что-то. Аппарат, бедный аппарат. Вылетел куда-то и не хочешь подниматься. Хороший оп здесь стоит. От некстов. Как раз рассматривается. Плюс еще красивый сам по себе. Вообще крутецкий. В режиме свободной камеры. А у меня что, не свободная камера-то? Воу-воу-воу-воу. Рисовалочки на карте. Происходит. Так, Пак, значит, будет стоять все-таки против Атафаки, да, как я и говорил. Элдер Титан потихонечку, аккуратненько протопывает себе путь вниз. Кризу, к Юникорну и, соответственно, Криту. Ну, здесь по-любому будут отводы какие-то. У Крита интересный закуп, у него сразу бутсы на первом левле. Чтобы если что бегать, причем не у Crystal Maiden, как говорится, а именно у Крита. Ладно. Такое дело. Догонять все-таки человеку надо будет, стопить надо будет и все такое. Астралы, да, пофиксили немножечко. Урон, конечно, стал поменьше. Но вот это главное, что Natural Order, как он там, ну, пассивочка, все так же действует, 100%. Это очень-очень печально. Next. Здесь флагов даже нет, лол. Обидно. Да, и от начала матча, точнее от его
как бы теоретического начала уже прошло 50 минут. Все должно было бы уже идти. Все должно было быть прекрасно, но нет. К сожалению, не так, как хотелось бы. Так, надо бы выйти из Стима. А то меня замучают все эти... Да, все. Соответственно, вышел. Тебе не будет показываться, кто куда вошел, кто куда захотел поиграть. Там Elder Scrolls и всякие. Тесс и тому подобное. Нет, тесс на самом деле очень крутая вещь. Я не скажу, что Oblivion был бы прям был шикарен, но вот Morrowind, Skyrim, да, там в них есть что-то такое прям, что цепляет. Ах. Где там? Братюня там. Класс. Просто. Что это вот? Смотрел профи Dota 2, конечно. Два раза посмотрел. Мигают сюда на курьера. Ну, курьер такой не особо интересный. Здесь Старладеровский. Какой там шестой сезон, что ли, был? Или пятый, я уж не помню. Как ослы... Ой, Nexty с ослами. Nexty выиграли Осли Гейминг. Вот. Каким счетом я что-то не припомню, но там прям нормально так выиграли. Приличным отрывом. Там. Ожидание. Муторное ожидание. Так, что у нас? На... Лиф идут. И все. Только одни ливы, пока что еще. Ну, в смысле, лайф. Да, мой английский чебеч. Только ВП Стар пока что сыграли. Соответственно, в раунде 2 встретится в ВП с кем-то там. Ну, вероятнее всего, с ПРами, да. ПРы сейчас в хорошей форме. Я думаю, они кихе каких-то там сделают. И будет там интересный матч тоже. К примеру. Но у нас все. Матч-реванш никак не может начаться. Не удалось получить данные профиля. А, класс. Восстановление соединения с Dota 2. Супер просто-напросто. Я тащусь. У Valve определенно проблемы какие-то с серверами. Совсем просто-напросто. Come on. Да, лол. Да нет, там, скорее всего, не только там Музы дедосят, там все подряд дедосят. Потому что NXT сейчас очень сильные, реально, прям. У них чувствуется вот эта вот мощь дотовская. Пацаны, наконец-то дошли до стар-серии, ну, и вы не то что дошли, не скорее всего в ней... Более уверенно выглядят, чем раньше. Готовились, видно. И я бы реально хотел бы посмотреть их в Киеве. Это было бы круто. И вообще там в Киеве какой-нибудь финал на Альянс, на Ви, Нексты.
на лан приедут, и еще какие-нибудь там Сигма, там, допустим. Для разнообразия, просто чтобы интернационалы дрались, а не так, что там три команды российские, там одна еще какая-нибудь СНГшная. Или там СНГ против альянсов. D2. Что такое? Сейчас бы уже, по идее, по правилам всем должен бы начаться второй раунд. Но нет, нет, нет. Мы будем ожидать, пока начнется эта игра, потому что прошло всего лишь 14 секунд. Amazing. Аллилуйя. Ты в... Valve впустили его поиграть в Dotan. Ну давай, заходи уже. Ой. Все, наконец-то, поехали. Честно, ребят, мне некогда следить там особо за чатиком, еще что-то. Вот. Ну, я его все равно читаю. Прикольно. Такая веселуха там творится. Так. Нормально так отвел Брист, если бы не один крипочек. Вообще все было бы шикарно. И наконец-то хоть крипы драться начинают у нас через час после начала матча. Так. Ватафака на миде. Игровая статистика, точно. Сначала вот так. Посмотрим, кто тут лучше фармит. Че глючит? Что это вот такое? Ох, валы, валы. Так, здесь у нас что? Ходит. Астрал с спиритами. Пытается что-то прочекать. Не получается. На самом деле, квал здесь может левлю так на третьем уже нормально мешать Ризу и фармить. И самостоятельно зарабатывать голду. Так, здесь уже по ТВ-рулечкой Эйс начинает подфармливать. У него уже 1-0 целый имеется. И 40 голды в кармане. Так, крит. Ого, нормально так. Неплохо так муза рубит, отводы везде, отводы постоянные какие-то, и опытом NXT сейчас будут получать маловастенько. Так, здесь Элдер Титан начинает с критом рубиться, ой-ой-ой, вот сейчас бы поймать, и квал может отъехать сейчас, прямо через пару секунд. Получается отпиться баночкой, 16 хп остается, но здесь нет, все-таки не догнать его, к сожалению, и ни один герой не сможет его догнать. Эквал выживает, все-таки ФБшечку не отдал, молодец. Есть даже деньжата на ТП, если что, назад вернуться. Но все-таки второй левел, да. Вторым левелом здесь ему тяжеловато будет, учитывая, что Эйс... А, да, Эйс тоже второй левел. Странно, боится все-таки приходить сюда! И вот Афака на меде. Спака. А я завела. Флаг сагрессивничал и не получилось. Кстати, в баночке две хилки оставалось. И не получилось все это прожать. И в итоге нормально. Вот Афака выигрывает сейчас свой лайн. Пятый уровень. На один уже поднялся. Нормально! Здесь чуть курьер не упал. Чуть не упал курьерчик. Нормально, сейчас экзист сыграл почти. Вот если бы был продемонстрирован такой маневр, было бы все очень-очень плохо. Потому что в курьере лежал ботл. 3 минуты плюс курьера бы не было летающего. Да, было бы все очень-очень плохо. Так, здесь. Здесь все так же продолжаются отводы.
прикол. Третий левел почти. Совсем чуть-чуть ему осталось. Оп. Прона себе нормально так сейчас принес. Плюс 27. Ты можешь попробовать что-то где-то зафармить. Так, что у нас здесь? Оп. Выход такой на Бриста. Брист убежал. И все, поняли. Поняли, что здесь есть апсы. Ломает его, кстати. Тафака, почти шестой уровень. В отличие от бака, который еще не блещет таким количеством опыта. И можно на этом на самом деле сыграть. Но здесь видим, что Цемочка. Цемочка в инвизе. Может натворить делов, причем очень плохих таких делов, кого-нибудь убив. Но нет, разворачивается все-таки и уходит обратно. Матис напихивает Бристу. Это, конечно, не особо получается, но сзади заходят Нексты, и это минус. 2-0. Хорошее начало. Нексты дают жару Маузам и говорят, что нет. Ребятушки, помните вчера, что было? Сегодня так не получится. Сегодня будем играть по теме и по нашим правилам. Что ж, Элдер Титан. Ух, четвертый левел. Нормально так. Делает дабл стаки здесь. Для кого пока что непонятно. Ну так, просто на будущее. Пусть будет. Почему бы и нет. Оп. Так, что у нас здесь? Пока что игра довольно нормально так складывается. Фармит Мирана, фармит Юникорн, Экзист. Ну, все ровненько. Прям все очень хорошо, все очень ровненько. Если бы не эти два фрага, которые забрали Нексты. Этот ФБ, который ушел шторму. Если у него перефан сразу имеется. Ой-ой, квал. Получает тысячки по сотне. Да-то да. Клинкс так нормально, шестой, седьмой уровень уже нарубает по сотне, это, кстати, опасно. И через Мидас, опять Мидас мы видим в игре. Мидасы, никуда без них вообще не скрыться. Так, здесь залетает на Бриста, и ему здесь уже никуда не уйти. Оп. Эйс бедненький. Бедненького эйса накрывает везде абсолютно. Не дают ему никуда сунуться. Ну и правильно, зачем? Зачем давать фармить человеку, который будет вас нагибать, если что, и которого потом не пробить? Решить эту проблему можно просто-напросто в начале, что и делать, соответственно, Нексты. Так, что у нас здесь? Здесь идет такой уж, и башенка-то может отвлечь сейчас. Прист пытается отвести на себя крипов, и это у него довольно-таки получается. Что подфармит сейчас у него? 10, 11, 12 крипов. И 13 крипов. Неплохо. Неплохо для хардлайнера, в то время как у Элдер Титана всего лишь 5. Ой-ой-ой, он причем здесь. Пытались забрать сейчас Экзист, но это не особо получилось. Причем Эквала осталось довольно-таки мало хп. И было бы ТП, был бы фраг Маузов. Так, баночка, я слышу ее. Начинает угнетать обстановочку. Стрела. И это должен быть минус. Хотя сейф ТП сразу сюда. Мантис может отвлечь. Да, Мантис умирает. И Цемочка получает нормальный такой буст. Здесь же аппарат также сейчас отъедет. Ой-ой-ой, минус 2 просто-напросто. Получилось. Керри и саппорт обменяли на хардлайнера. Хороший размен. Но все-таки 4, да, все равно пока что Нексты ведут. А Цемочка нафармила себе на варду. Ничего себе, на варды у него уже 1200 почти. У Экзиста, соответственно, 1300. Будет ли это пас дагер? Мы увидим буквально минуты через 2-3. Ну, нет. 2-3, минут через 3-4. Вот, пока все эти перебежки и тому подобное. Ривз, пятый уровень. Нормально.
Сапожек имеется, 900 голды сверху. Все хорошо. Покупает Сэмочка себе... Ой, забыл, как они называются. Сапожки... А, здесь смоки заходят, ватафаки с амейзингом. Это должен быть минус уникорн. Просветочка срабатывает и... Лол. Лол. Не хватает, что ли, маны? Почему так происходит? Но... Забрали только вот сейчас. Включается инвиз. И нет, никуда не уходит здесь шторм. И может не уйти здесь шторм, если, конечно, сюда дальше побегут, потому что инвиз скоро закончится. Нет, не стали бежать. Счет 3-5. И разменяли керри на мидера. Вполне такой стандартный... Ой-ой-ой, Ривза здесь цепляют. Пытается что-то сделать, но ничего нет. Ничего не получается. Здесь же залетает уже Мантис, пытается кого-то поймать, но еще сам сейчас здесь получит. Ой-ой. Промазывает стрелой. Ему сейчас надо было уходить отсюда. Здесь трое. Мантис. Нет, Мантис живет, нормально, все. Ой-ой. Инвиз уже от противоположной команды сперли у Матиса культу. Беда, беда, беда. Все, просветочка сыграла роль и отмирает здесь пак. Но Бриз все-таки убегает. Рубик убивает аппарата, опять же убивает аппарата. Нексты немножечко на грани играют все драки. И в итоге счет с 2-0 уже дошел до 5-6. И что мы имеем тогда по графикам? По графикам мы имеем вот так. Было преимущество, кстати, у музов. И оно опустилось до нуля. Ой-ой. А по опыту в 2000 музов. Интересно. Нексты убивали, нексты как бы имели преимущество по фрагам, но все-таки, учитывая, что два саппорта очень хорошо фармили в лесу, у маузов получается такая картина. Ну ничего, это еще только 10-я минута, ничего не ясно. Мидас у Кликса, поехали. Крит, здесь смоки. Цемочка тоже. Байт такой происходит, но им не вдомек, что здесь никого нету. Трое персонажей здесь. Ага, вот так вот, смок. В ответ сразу летят сюда вниз, Юникорн. Будут его цеплять, если что-то для того, чтобы его цепить. Да, есть. Но проходят мимо. Значит, будут цеплять Эйса. Эйс пытается убежать, пытается мантить, но вряд ли это у него что-то здесь получится. Здесь 5 игроков некстов, и это минус. Будет ли пропуш сейчас? Причем два персонажа. Музов сейчас в центре, Экзис сделал ТП, и какое-то количество ТП не будет. Так, здесь пытается упасть вышечка с одной стороны, и сейчас, наверное, будет падать вышечка с другой стороны. Так, ТП. ТП куда? ТП на мид, эквал. Пытается отогнать Экзиста, который побежал на топ помогать своим, и это, вероятно, будет размен вышками. Да, происходит все-таки размен вышками. Не у всех игроков есть ТП. Глиф не юзается, все нормально. Dire's top tower has fallen. Так, инвиз. Он пытается зайти, и это просто такой наглый Рошан. Ой-ой, залетает стрела в Рошана, нормально. Простой, братья говорят. В инвизе. И Муза даже не догадываются об этом. Трое на топе, двое внизу, и Рошан просто-напросто падает некстам. Вот это халява. 13-я минута. Забирают, и кому это будет? Ватафаки все-таки летает Аигис. Все нормально, все грамотно. Вот так. Приличное количество ХП, маны. И если он умрет, опять же, у него будет приличное количество ХП и маны. Так, пошли. Пошли дальше. Нексты. Здесь у нас Муза. Муза никак не хотят играть
5 на 5 растягивают игру куда-то далеко, и вот здесь пропушивают потихонечку топ. Немного нагнетая обстановочку, но здесь Мантис уже расправляется с крипами, и все хорошо. Ой-ой, вот афака. Наглеет, получает 3000 от башни и отбегает. Ой-ой, здесь залетает на Экуала. Так, распался очень быстро. Промазывает лол. Аппарат промазывает ультой. И драться-то здесь опасно. Это еще и взорвется сейчас. И... ой-ой, какая-то... не тут началась драка, но все-таки Иксис падает. И здесь никуда не ушел. Один в один разменялись. Мигая то, что есть там, скорее всего, варды. И опять драка особо к ничему не привела, просто так. Юникорн, ой-ой, здесь напрягает вышечку на ботами и тпшится сюда сразу и комп. Так, здесь заходит сейчас на Мантиса. У него могут быть проблемы. Два саппорта начинают его рубить, и это... минус, нет. Мантис начинает мансить. Ой-ой, КП 30. И убегает просто на такой дикой скорости, ТП на базу. У Крита неплохо так. Появляется уже, оказывается, дагер, арканы и... ну, вообще все шикарно. Здесь у нас урна. Ой-ой-ой-ой. Здесь драка, дикая драка, ватафака. Ватафака, ватафака пытается мансить как-никак. Да, это у него не получается, но не особо долго. Ривз отмирает. Будет ли отмирать здесь ватафака? Нет. Ватафака уйдет, у него полная мана. Но Аегис и... все-таки разменяли. 7-10. Ой-ой, наглеет, наглеет. Продолжает наглеть ватафака. Ничего, конечно, из этого не выйдет. Летает на цемочку и... должен быть минус. Не хочет Мантис тратиться. Маны в итоге могут пострять. Шторма. Маны нет, бутыль пустой. Все уже просто на ману, но получится. Тут также пустые мауза, поэтому просто пустая беготня. Вот здесь только тир 1. И ничего особенного не вышло. В итоге мы у Nexty просто так потеряли фактически Аегис. И ничего не произошло. Вышка стоит. Мантис отмирает. Мейзинг улетает. Вот как здесь, конечно, умер Мантис, вот вообще не особо понятно, почему он здесь полез, когда трое врагов было. Тоже как-то странно. И в итоге еще потеряют вышечку. Клинкс еще где-то находит Элдер Титана, вырубает ему конечности и падает вышка. Nexty куда-то полетели. Делают какие-то детские ошибочки. Ривз, хватит, Ривз. Я понимаю, что ты защищаешь потом и кровью свою вышку, но кровь в итоге может пролиться. Все-таки залетает сюда ульта аппарата, попадает только по двоим. Залетает, оп, сюда Мантис. Будет ли какое-то напряжение? Нет, опять промазывает Мантис сколько можно. Еще Пак сюда залетает, хорошо, хоть ульты нету, но все-таки аппарат разлетается. Также отлетает Алхимик, и Мантис может умереть, да. 3 в 0 сейчас, только что полегли Nexty. Умер только где-то Кликс. И вот Афака! Рубит просто неимоверно, но... неудержимого. Неудержимого вот Афаку срубает Рубик. Красавчик просто сегодня отыгрывает. 8-2-3. Уже арчит, уже... выход в БКБ. Чего-то Stalker Club. Так, Мирана. Мирана, да, у Мираны не особо все хорошо. Мантис что-то сегодня сливается немножечко. И в итоге у него имеется только Яша. Эквал, где же ты здесь пропадаешь? Зачем ты падаешь здесь? Да, это все-таки минус. Эквал. Опять же, опять почему-то один против двоих, причем с двумя дизейблерами. Зато у Пака теперь не будет дримкоилов. Нормально так, минут, секунд на 70. Можно как бы устроить драку, но с другой стороны, здесь тоже особо чего нету.
Ну, альта, ульта аппарата всегда есть, как и ульта шторма, фактически. Вот такое дело. Но Элдер Титана его нет. Так, дальше. Что у нас? Аппарат. Аппарат, конечно, тоже все не особо хорошо. Урна. Сапог. И такое дело. Ой-ой-ой, крит. Крит начинает здесь получать. Разбег Лиза. Это минус. Экзист. Получится поймать экзиста. Что это будет делать? Так, залетает здесь куда-то еще. Должен быть минус, да, минус Риз. 14-15, NXT опять вырываются вперед и давят противника. Мауза теперь потерпели немножечко фиаско. Юникор Хохо, ого, нормально, там арчит есть уже. Прекрасный мюзик, ой-ой-ой, какой хороший дримкойл от Пак, и должны просто сейчас распадаться NXT, что и получается немножечко. Но 2 в 5 все равно не та драка, которую бы необходимо делать. И в итоге размен одинаковый. 2 в 2 пока что. Экзис пытается догнать хоть кого-то. Хороший манс. Отстанная Куала и в итоге расходится. Ребята. Никола. Нормально он там прошибает. Хотя у него особо-то ничего нет. Он... Заку приблизительно как у шторма, но все-таки выдает хорошее. У Элдер Титана тоже Мидас. Это нормально. Так, здесь, у Бриста. У Бриста. Так, что такое-то здесь? Мантис опять отпадает, залетает ватафака. Хорошо, по экзисту проходит. Да. Ну, неужто? Крита! Залетает все-таки в крита, отмирает еще эйс. По ходу дела. Но Рубик хорошо тырит. Мунлайт и в итоге. Все расходятся, все уходят. Какой-то экшен дот у нас здесь получается. Почти два фрага в минуту. Я не могу ничего сказать. Не могу показать ни закуп, ни что. Потому что только я начинаю показывать чей-то закуп, начинается дикая драка. У Рубика уже форстаф имеется. К тому же у Пака имеется Юл, имеется Дайгер. Нормально там все. У Цемочки пока что не особо что-то прибавилось. 2-2-2 счет. И Рошан вот-вот. Когда-то там прибудет. К нам. Клинкс. Понятное дело, мы это видели. И Бристол потихонечку пытается собраться в БКБ. Остается у него 1200 до него. Вполне реально накопить эту сумму, если не проигрывать драки. Буквально там за 3-4 минуты. Так, давайте... Теперь перейдем вот сюда. И мы увидим, что все-таки топовый фарм у нас сейчас находится у Клинкса. Вот. Учитывая вот всякие соуринги, учитывая всякие медасы. Залетает здесь на Риза. Ой-ой-ой-ой, это будет минус, потому что он здесь никуда особенно убежать не сможет. Арчит. Да. Не успевает отхилиться. И в итоге погибает. Экзист. Чекает постоянно здесь Рошана. Не знает, когда он появится. Dire's middle tower is under attack. Там. Крит. Bristol Back. Формирует здесь даблстаки. Пытается накопить себе. Как раз на тот завет, на айтем, который мне необходим сейчас, чтобы не отмирать. А Мантис подфармливает себе на манту. Так, ну, на самом деле Мантис по сравнению с Экзистом не особо сильно просел, но вот по сравнению с Юникорном так нормально. Самый низкий фарм сейчас у аппарата. Может быть, это связано с лагами, может быть, это еще что-то. К тому. Так, Рошан. Появился Рошан, знают об этом ребята. И сейчас будет дикий махач. Ой-ой, инвиз. Видели или не видели это сейчас, муза мы увидим. Да, отходит все-таки была команда.
Будет ли заход прямо по Т? Один. Ой-ой-ой, вот если сюда что-то залетит, это будет очень плохо. Ответ на инвиз. Вот это да, не ожидают, наверное, NXT такой заявы. Заходит здесь Муза. Что-то может плохо пойти, Дримкоил в троих, минус сразу аппарат. Ватафака включает БКБ, начинает разруливать, пытается забить Эйса, но сам очень сильно проседает на Юникорна, но Юникор тоже отлетает. Эйс. Мансит отбегает. Мантис против Крита, Крит, причем выигрывает, но с помощью Пака. Байбек от Юникорна. Летает прямо сюда уже, и в итоге драк-то не очень хороший. Да ладно, кто там взрывается? Ты что, Ривз? Что в итоге? Подафуарка залетел, убил Пака. Прямо складно все получается. 19-21, NXT. NXT давят. Юникорн. Братюнь, братюнь, Юникорн, ты куда? Юникорн нормально убегает, все у него хорошо. Реально, у Юникорна было бы все хорошо, если бы не было бы байбека. Сейчас у него 10 тысяч, он проседает теперь от ватафаки на 11! И смертоносного просто убивают. Здесь же умирает сразу же Ривз. И Крит чуть не получил тычечку. Прямо миллиметре. Не хватило и в итоге выжил. Нормально, повезло. Lucky Lucky Man. 21-21. Муза сейчас просто-напросто делают размен фактически 2 в 0. Там этот пак уже давно умер, все никак не может выйти из таверны. Как бы сказали раньше. И в итоге есть время, чтобы забрать Рошана. Чем и начинает заниматься Ньюкорн. У него просто 200 дамага, плюс еще по 60 с каждой тычки. Нормально такая. Хорошая, весомая возможность вытащить. Ой-ой-ой, Ривз попадает здесь просто на кучу тычек и минусуется. Так, здесь уже подлетает еще 2-3 вторых команды, 3 пятых команды некстов, но делать-то они особо здесь ничего не могут. Где что там, Астрал пытаться застанет, потянуть время, утонуть аппаратом и просто зайти и начинать разбивать лица. Ой-ой-ой. Здесь Экзист живет. Лол живет Экзист. До сих пор как-то так происходит. Но минус 3 просто Некстов уже сделали. Начинают пилить еще ватафаку. Это минус 4 уже. И выживает только один Мантис. Вот это да. 25-22. Муза, что они творят? С другой стороны, NXT тоже сделали немного грубую ошибку. Полезли втроем, против пятерых. И в итоге, сами понимаете, что сейчас произошло. По графикам это, конечно, сильно отразится. При этом Юникорн забирает Аегис, у него появляется БКБ почти. Там остается буквально 300 монет, и он их нафармит прям очень быстро. То, что он здесь идет по низу. Здесь у вышечки остается 120 хп. Видит это Эйс и Динайте. Так, Экзист. На все то же самое. Юл 2300 только добавилось ему еще сверху. У Рубика, у Рубик уже ультимейт орб. Вообще шикарно, пацан уживется. Крит сегодня в ударе. Здесь попадает просто под раздачу. Это должен быть быстрый минус. Да, залетает сюда вот атака. Пытается кого-то рубить, но уже счет не в их пользу. 2 в 0 сейчас уже была драка. Драка начинается 3 в 5. Отлетает еще и аппарат. Ватафаку сейчас могут поймать, если он быстро не сработает. Да, сработал нормально. Мантис. Мантис пытается Бриста убить, но у Бриста дикую защиту. 9 кп остается. Ой-ой. 2 просто. 2 в 5 пытаются драться. Мансит дико экзист. И в итоге отмирает здесь. Ватафака, Мантис.
Мантис пытается убежать, Мантис убежит. Мантис научился бегать. 5-5 счет. 43 крипа, но этого не хватает. Этого не хватает, чтобы выигрывать сейчас Музо. 29-23, еще одна драка проиграна. И проиграна Т2 Тауэр. Обидно, обидно. Однако здесь... у нас? А, внизу иллюзии. Продолжаем. Нексты. Держит драки 5 на 5. Держит драки хорошие 5 на 5, когда вы заходите, минусуете, и все нормально. Ульта, аппарата, все дела. Все никак не получается, потому что мега ЦМочки, она дает о себе знать. Трифс опять отмирает. Просто 2-8 у пацана. Матис. Матис. Дайте уйти. Наверное, уйдет. Ой-ой-ой, а вот Amazing уже никуда не уйдет. 5 минус 2 на пустом месте, не было здесь лотофаки, и как-то все печально выглядит для команды NextKZ. Unicorn подфармливает, у него уже 2500, у него Аегис через 3 минуты пропадет, еще есть очень-очень много времени для NextMouse'ов. А для NextOff также очень-очень много времени, чтобы либо пытаться не драться, либо пытаться выиграть. Но выигрывать надо как-то грамотно. Надо грамотно. Продолжают здесь пушить Муза, потому что у них есть Аегис. Им особо бояться нечего. Ой-ой-ой, в Юникорна как залетает. Хорошо стану, он уже почти прошел. Ветерки поднимают Ривза. Ривз, Ривз. Ривз срывается. Причем под медальчикой, нормально все. Еще и станчик почти ему прилетел на 5 секунд. Боятся, боятся команды. Что одна команда боится, что вторая. Не хотят заходить, получать слишком много дамага. Просто так. А у Моуза теперь готовят просто контратаку. Ох, как быстро Тауэр сливается. Ривз попадает здесь под стрелу. И будет очень быстрый минус. Эйс, да, Эйс все-таки его догнал. Клинкс врубает БКБ, врубает БКБ. Эйс минусует еще одного саппорта. И минус два саппорта просто у команды NextKZ сейчас прошло. Попыточка кого-то хватить не удалась. И Мантис опять промазывает стрелой. Мантис, Мантис что-то сегодня не идет прямо со стрелами. Сегодня куда-то в молоко рубится и... Unicorn говорит, давайте, ребята, заберем с последний тир 2 и уже потом будем заходить, может быть, на ХГ. Да, посмотрим на графики. Ох-ох-ох-ох-ох, 14 тысяч голды и 20 тысяч экспы уже. Впереди Муза. И там уже нельзя делать ни одной ошибки, иначе все это закончится плохо. И здесь же Мантис просто-напросто попадается. Ватафака начинает рубить Unicorn. Unicorn выживет, лол, или нет? Я не понимаю, да, все-таки Аегис срубается. Срубается также и ЦММочка. Бак еще где-то там на базе. Любит Эйс. Эйс жив. Эйс, почему Эйс жив? Еще непонятно. Лорд там пытается догнать. Здесь все под инвизами. Стрела, стрела опять мимо. Ее летит все-таки, да, добивают Эйса. 719 дается алхимику. И крит тоже отсюда никуда не уйдет. Unicorn начинает просто пилить одного. Убивает фотофаку. И последний стрелой просто убивает Ватафаку. Ватафака мог бы замать, на самом деле, и выжил бы, но этого не произошло. Молодцы, Нексты наконец-то собрались, наконец-то сейчас дали Маузам немножечко отдохнуть от доты нагибаловки. Матис без маны ходит, пока нет никого. Ну да, пока нет никого, его особо забрать невозможно. Либо всего лишь там 20 маны требует, никто у него столько не высосет. Элдер Титан, о, собирает себе алебарду. Вот алебарда может как бы зарешать в некоторых моментах, особенно вот на этом парне, который погиб здесь. И у которого давно что-то не было айтемов.
Кристаллис только собрался в последнее время, и пока что все. 2000 у него колды есть. Есть байбек, если что. Соответственно, в любой момент. Нексты решили играть в команды 5. Фармят здесь стаки и юзают смоук. Так, юзают смоук, и куда они пойдут? Что? Прикольно так. Разбежались, наверное. Ребят, пойдем в их лес. Давайте справа, давайте слева. Вот. А в лесу нет никого. Муза сейчас где-то в центре, шуруются, туда-сюда ходят, тоже там на своих стаках фармить собираются. Что же у нас здесь? Ой-ой-ой-ой-ой, находят здесь сейчас Мантиса, Мантис чуть не попался. Включается инвиз специально для драки, очень хороший, кстати, инвиз в драке. Так, здесь попадается все-таки Риз. И умер только пока что аппарат, умер, ватафак, юникорн кукон нарезает просто дикие тычечки. Ой-ой, ловят здесь еще двоих, Эквал. Ривз опять умирает. Ультракилл от юникорна, минус 5 от NextKZ. И команда Маус устремляется вперед к вражеской базе. Вот это Team Vibe, вот это Unicorn Хухо со своим клинксом. Вот это проблема 23 уровня. С 17 тысячами голдой на бочке. Обидно. Реально обидно сейчас происходит. И если нету байбеков, а их нету, то это будет минус мид однозначно. Не помогла ни алебарда, ни инвиз, ничего. Да, это минус мид уже как минимум. ХК писать пока что не надо. Надо попробовать еще раз подраться. Так, здесь сразу же заходит на тир 3 еще один. Будет ли здесь какой-то сейв? Все, сносит и сразу начинает убегать Ривз. Ривз начинает на себя мансить, у него сейчас взорвется, да, и это сразу будет минус. Минус 2 уже сейчас от NextKZ, умер только пока что один баг. Мантиса пытаются зарубить, но Мантис здесь выживает. Стики, кстати, 15 штук почему-то не проюзал. Решил, что он и так выживет. В итоге вероятно. Так, и казарма мечников также падает, ватафака, просто поймали Мантису, также поймали сейчас, и это будет минус 5. Опять минус 5 от команды NextKZ, это ГГ. Не получилось, к сожалению, NextKZ выиграть. Да, друзья, не получилось, к сожалению, и в итоге... Муза побеждает в этой драке. В итоге вот так у нас заканчивается. Главный фидер Amazing Ривз. Команда NextKZ. А Exist получается самый фидер. Команда Сил Света. Так, что ж, наконец-то.